Транспортная доступность и состояние придомовой территории стали основными вопросами на встрече представителей администрации, депутатов города с жителями поселка Санаторий имени Артема. Женщина на четвертом этаже, она не может выходить вообще. Она или через этот конус иногда просит, ну, выручаем. Что делать? Привозите лекарства, продукты? Лекарства, продукты. Они диктуют, что надо, что не надо. Вот я привожу. Я их давно знаю. Ну, пожалею люди, надо помочь. Все дело в том, что существующая дорога не соответствует нормам. Крупногабаритному транспорту, которым является автобус, здесь не пройти. Дорога, которая сюда идет, чтобы запустить автобусный маршрут, ее нужно, во-первых, расширить, во-вторых, там поставить освещение и привести на нормативное состояние. Наше управление дорожного хозяйства этим вопросом будет заниматься и продвигать. Ну, потому что действительно необходимо здесь, чтобы автобусный маршрут был запущен. На встрече также обсудили благоустройство придомовых территорий, в том числе и уборку снега. Появилось еще очень много дополнительных вопросов в части благоустройства территории, в части уборки. Ну, к управляющей компании много вопросов. Евгений Акуличев обратился к подрядной организации и поручил навести порядок до конца дня. По мнению депутата Совета депутатов городского округа Александра Якушина, общение в неформальной обстановке всегда дает хороший результат. Слышат жители, а жители не молчат, а активно обращаются, высказывают свои замечания, свои жалобы какие-то. Это нормально, это нормальный процесс, который так и должен проходить. По итогам встречи представители администрации взяли на контроль сразу несколько важных вопросов.